Смывка цементного налета неамид-560 применяется для удаления цементных, известковых и гипсовых загрязнений. Рекомендуется для очистки поверхности после строительных работ, а также для удаления бытовых загрязнений. Подходит для следующих поверхностей: настенных и напольных керамических плиток, кирпича, раковин, ванн и других поверхностей. Удаляет цементный налет, грязь, осадки и пятна, возникшие из содержащихся в воде минералов, ржавчины и тому подобное. В схеме обработки поверхности, состоящей из этапов очистки, защиты, выравнивания, декорирования поверхности и фиксации результата, нанесение смывки цементного налета соответствует ступени номер 1 – очистка поверхности. Неамид 560 – концентрат. Препарат развести водой в зависимости от степени загрязнения поверхности. Застарелые следы цементных и штукатурных растворов, растворов для затирки швов и так далее без разбавления. Удаление следов и налета строительных растворов, штукатурка, затирка для швов и так далее 1:5, 1:10. Известковый налет от водопроводной воды, загрязнение 1:10. Поверхность предварительно хорошо смочить водой. Для нанесения понадобится распылитель, губка или щетка и средство индивидуальной защиты. Наносим состав на загрязнение. Оставляем на 3-5 минут и очищаем губкой или щеткой, а затем тщательно промываем водой. При необходимости повторяем процедуру. Внимание! Не допускать высыхания препарата на поверхности. Ориентировочный расход 100 граммов на квадратный метр. Расход зависит от степени и типа загрязнения. Внимание! Неправильно разбавленный состав может вымыть цементную смесь или затирку, окрасить поверхность. Не смешивайте препарат с другими очищающими средствами, в особенности если они содержат хлор или его производные. Как видите, смывка цементного налета неамид 560 эффективно удаляет загрязнение с кафеля.